Итак, всем привет, это Ла Страда, город Санкт-Петербург, 5 июня 2022 года. Мы видим, как спортсмены готовятся к заезду, наматывают круги. У каждого достаточно разная техника. Есть горные велосипеды, шоссейники. Наш спортсмен выдвигается к старту. Перед началом старта он должен пройти технический осмотр велосипеда перед тем, как зайти в свой сектор. Требования к велосипеду достаточно серьезные, но, как всегда, строгость законов смягчается необязательностью их выполнения. Мы наблюдаем очередь на заезд в сектор. Но велосипеды осматривают достаточно быстро. Итак, наш сектор, сектор Е. Сектор Е — это для тех спортсменов, которые собираются двигаться со скоростью от 20 до 30 км в час. Погода шикарная, светит солнце, хотя обещали дождь. Его дают отсчет для старта сектора А. Мы видим довольные лица участников, все улыбаются, все в предвкушении гонки. И вот дан отсчет для старта сектора Е. Все двинулись вперед. Все стремительно выдвинулись вперед, плотной достаточно толпой. При выезде на трассу может сложиться ощущение, что некоторые участники приехали просто покататься на велосипеде. Итак, наш спортсмен пытается выбраться на набережную. Вы извините его за качество съемки. Он взял впервые в руки GoPro. Надеюсь на то, что дальше он поправит свою камеру. А я вам сейчас покажу маршрут, по которому будет проходить дистанция 40 километров. Вообще Ла Страда переводится с итальянского как трасса-дорога. Путь наших спортсменов будет проходить по набережным Санкт-Петербурга. Даже без набережных в городе на Неве. Это будет Смольный собор, Троицкий мост, Аврора, Кронверская набережная, Васильевский остров и, конечно же, Дворцовая площадь. Дворцовая площадь — это площадь старта и финиша наших участников. Итак, спортсмены пробираются. Постепенно дистанция увеличивается. И мы уже видим, что определяются первые лидеры этого сектора. Еще раз повторюсь, погода прекрасная. На улице очень тепло, светит солнышко и нету дождя. Что еще надо для хорошего заезда? В данный момент наш герой движется со скоростью 35 км в час. Хочется поговорить немного о технике нашего спортсмена. Это велосипед Tribun RS120 диск, купленный, конечно же, в Декатлоне. К сожалению, с определенного времени на этот велосипед устанавливают только микрошифт, который достаточно нестабильно себя ведет при переключении с некоторых передач. Удивляют велосипедисты на трассе на своих МТБ. Каким надо быть сильным спортсменом и выносливым, чтобы крутить педали
целых 40 километров без остановки на таких широких колесах, не аэродинамичной посадкой. К сожалению, на пути спортсмена встречаются люди, которым пришлось покинуть трассу из-за проколов шин. Встречались спортсмены, которые упали и повредили свой велосипед достаточно серьезно. Да, и вот посмотрите, слева едет МТБ, он нисколько не уступает нашему спортсмену, он вкручивает все силы своих ног и опережает его. Дальше наш спортсмен узнает о таком приеме, как сесть на колесо, и будет достаточно часто его придерживаться. Ведь раньше он его недооценивал, а это хороший способ отдохнуть в течение нескольких километров и набраться сил.
Радуют участники на велосипед, на классических велосипедах, таких как ХВЗ, Урал. Да, вот мы видим, как наш спортсмен отдыхает, он немножко привстает на ноги, потому что сидеть на протяжении 10 километров оказалось слишком сложно.
И вот мы буквально взбираемся, взлетаем на мост. Я хочу обратить внимание наших властей на качество ремонта дорог. Да, вот он, красавец, Троицкий мост, и мы въезжаем на мост. Спортсмен переключается на низшие передачи. Слева, слева. Да, вы посмотрите на этот шикарнейший закат. Гонка Ла Страда в Санкт-Петербурге приходит в период белых ночей. Это один из самых красивых периодов в Санкт-Петербурге. И вот уже спортсмены преодолели большую часть маршрута. И да, вот мы видим финишную прямую. Все спортсмены ускоряются из последних сил. Из последних сил пытаются преодолеть эти метры. И вот он финиш, вот он финиш. Спасибо организаторам за такую прекрасную гонку. Все было замечательно. Дальше наших спортсменов ждет развлекательная программа и награждение победителей. Всем спасибо за внимание.